Как восстановить разрушившиеся суставы? Какие 5 продуктов поддерживают их в хорошем состоянии? Смотрите ролик до конца, и вы узнаете о действующем веществе, обладающем способностью восстанавливать поврежденные суставы. Хотим поблагодарить всех наших постоянных посетителей нашего канала. Огромное спасибо за высокую оценку нашего труда, ведь мы стараемся сделать выпуски интересными и полезными. Если вы впервые зашли на канал, то нажмите красную кнопку, и выпуски нашего канала сами придут к вам. Не болейте и смотрите наши видеосюжеты. Топ-5 полезных продуктов для суставов. Для здоровья суставных тканей важны антиоксиданты, которые нейтрализуют с дальнейшим выведением свободные радикалы. В эту группу веществ включают витамины С, А и селен. Внести в рацион еще требуются полезные для суставов продукты с омега-3, железом, кальцием, фосфором, магнием и витамином D. Первое. Жирная рыба. В чем польза для суставов? Устранение болевых ощущений и восстановление мобильности, сокращение числа медиаторов воспаления. Снижаются риски для развития артрита. Организм обогащается витамином D, омега-3, фосфором. В чем еще польза продукта? Нормализует липидный профиль и оздоравливает сердце с сосудами, улучшает плотность костей. Поддерживает тонус мышц, сон и функции ЦНС, состав крови, а также ускоряет обменные процессы. Второе. Чеснок. В чем польза для суставов? Уменьшение разрушений внутри хондроцитов или хрящевых клеток, нормализация функций агентов иммунитета, снятие болевого синдрома. Снижается отек околосуставных тканей, ускоряется регенерация. В чем еще польза продукта? Активизирует защитные силы, регулирует уровни холестерина и стабилизирует давление. Благотворно чеснок влияет на волосы и кожу, зрение, нервную систему, очистительную функцию печени. Третье. Брокколи. В чем польза для суставов? Торможение процесса создания иммунных клеток, выделяющих медиаторы воспаления, и подавление выработки самих цитокинов в кровь. Состав продукта для суставов богат витаминами С и К, кальцием. В чем еще польза продукта? Налаживает пищеварение, работу почек, печени и ЦНС, улучшает усвоение витамина D. Капуста регулирует уровень холестерина и глюкозы, снижает риск развития сахарного диабета, сосудистых болезней. Четвертое. Грецкие орехи. В чем польза для суставов? Купирование воспалительного процесса и снятие в суставах скованности после сна, устранение боли. Облегчается течение артрита ревматоидного типа. Орехи богаты омега-3, витаминами С и Е, железом. В чем еще польза продукта? Укрепляет иммунитет, активизирует работу ЖКТ и обеспечивает энергией, поднимает настроение. Положительно влияет на ЦНС с головным мозгом, улучшает состояние сосудов, повышает гемоглобин. Пятое. Ягоды. В чем польза для суставов? Понижение количества воспалительных маркеров, в частности, C-реактивного белка, подавление плохих трансформаций клеток и смягчение симптомов. Продукты для суставов. Вишня, клубника, ежевика. В чем еще польза продукта? Снабжают клетчаткой, витаминами, минералами, антоцианами и флавоноидами. Ягоды регулируют сахар в крови, утоляют голод и улучшают усвоение пищи, купируют воспаление, помогают сбросить вес. Примерная норма. Позволительно в сутки до 400 граммов, в неделю до 2,5 килограмма. Это были продукты, поддерживающие суставы в здоровом состоянии. А теперь перейдем к веществу, способным восстановить хрящевую ткань и смазать суставы, делая их поверхность гладкой и здоровой. Возьмите ручку и запишите глюкозамин. Это вещество, способное восстановить поврежденные суставы, сгладить их шероховатости, снять воспаление и боли. Глюкозамин является особым веществом, способствующим восстановлению суставов, хрящевой ткани и связок. Глюкозамин – естественный компонент тканей суставов. Он играет роль строительного материала для суставов, в частности, хрящевой ткани. Глюкозамин способствует образованию полноценного эластичного и упругого хряща суставов, предупреждает развитие воспаления в тканях суставов. Он усиливает образование суставной жидкости, вязко-эластичной жидкости, заполняющей сустав,
которая способствует скольжению суставных поверхностей друг относительно друга. Отдельно в аптеках это вещество трудно найти, зато в магазинах спортивного питания он бывает. Обязательно перешли это важное для здоровья видео всем знакомым, друзьям и близким. Ведь мы должны заботиться о здоровье близких нам людей.